Всем привет, я Аня. Добро пожаловать в разум, тело, дух. Это, безусловно, дверь. Дом – подарок от бабушки. Она ушла из жизни год назад, а не думала, что столько ее здесь осталось. Где я, Аня? Насколько далеко мне идти, чтобы жить правдой, не знаю, но это... О риске. Ваша бабушка, она не та, за кого вы ее принимаете. Все в порядке. Отлично себя чувствую. Это правда. Понимаете, не так страшно. Уже чувствую себя лучше.